Центризбирком прямо сейчас оглашает явку казахстанцев на участке. Там работает наш специальный корреспондент Яна Гладкова. Яна, ждем от тебя оперативную информацию. Добрый вечер, Анара. Ну что, я поздравляю всех казахстанцев. Главное политическое событие года свершилось. Явка избирателей составила почти 70%. Если говорить точнее, то свои голоса отдали 8 299 тысяч человек. Отмечу, что некоторые участки еще продолжают свою работу за рубежом из-за разницы во времени. По последним данным МИД, голосование завершилось в 10 странах. Последним закроет двери участок в Сан-Франциско. К слову, там работа началась лишь час назад. Говоря о наших регионах, самыми активными оказались жители Туркестанской, Кызылординской и новой области Жетысу. Там явка превысила 80%. На этом у меня вся информация. Наша съемочная группа завершает работу в Центризбиркоме на сегодня. Впереди самое интересное. Данные экзитпола. Мы обязательно будем следить за развитием событий. Анара, передаю слово.